Добрый день, с вами компания «Электромотор». Сегодняшний видеоролик посвящается новинке 2016 года – инкубатор «Квочка Ми-301Е». Компания «Электромотор». С 2016 года инкубатор «Квочка Ми-301Е» стал комплектоваться вот такой вот опорой. Нас очень часто спрашивают, где же делись ножки. Так вот, на замену ножкам пришла вот такая вот опора. Опора служит для механического переворота инкубатора. Сейчас я вам покажу, как она устанавливается. Поднимаете инкубатор, ставите в центр и опускаете. Инкубатор можно переворачивать в разные стороны. В инструкции указано, как и как часто и когда надо менять угол наклона. О, чудо! Это же чудо! Да, новинка. Это чудо-новинка 2016 года. Так что не пугайтесь, если у вас в комплекте вдруг нету ножек. Есть опора. В комплект поставки входит инкубатор, опора, сменная сетка и картонная упаковка. По вопросам покупки обращайтесь в нашу компанию «Электромотор» по номеру телефона 044-530-38.